готово. Бен, ты не мог бы объяснить мне, что это такое? Это же музыкальный ящик. Я продолжу сам, а ты займись уборкой. Фу, гадость. Да дедушкины носки пахнут лучше. Зачем нам вообще нужно это старье? Куда мужчина без музыки? Я больше не могу здесь торчать. Я просто умираю от скуки. Эй, Фил, дай-ка я помогу. Мне скучно. Эй, Гвен, не подашь мне отвертку? Конечно. Мне так скучно. Может, тебе прогуляться? Раз вы настаиваете... Гони, 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 гони! Это потрясно! Быстрее, клич! Это необычное препятствие. Ты чего, Глич? Глич? Очень смешно. Мы играем в прятки. Глич? Глич? Что-то тут не так. Рэп, эта ситуация не по вкусу. Рэд не выбирает дорогу! Рэд ее прокладывает! Разве это деревья? Просто крошечные кустики! Один-ноль в пользу Рэда! Думаете, какая-то сеть удержит Рэда? Тогда вас ждет большой сюрприз! Наконец-то! Что? Теперь ты мой! Ты? Что ты сделал с моей машиной? Не волнуйся, скоро ты увидишь своего друга. Никто не сможет взять Рэда в плен! Советую вести себя послушно. Не хотелось бы повредить ценный товар. Ненавистный Детрекс увел мою добычу. Он мне заплатит. Сикс-сикс, я знал, что ты появишься. Да, пришло время проучить Детрекса. Предлагаю объединиться и отбить у него добычу. Награду поделим на двоих. Детрекс не догадывается, что его ждет.